Без появления новых и современных театральных площадок немыслимо развитие культуры региона. И вот свершилось. У нас появился театр малого формата «Красный квадрат», который станет новым витком в культурной жизни областного центра. Значимость события подчеркивает то, что с нюансами нового проекта лично решил ознакомиться глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он интересовался каждой мелочью, имеющей отношение к новой театральной площадке. И руководитель экспериментального театра Волгограда Атар Джангиширашвили подробно обо всем рассказывал, не стесняясь при этом открывать некоторые профессиональные тайны. Особенность этого зала заключается в том, в чем новый эксперимент. Это трансформер, который позволяет играть, то есть иметь несколько сценических площадок. Это вот один вариант, который сейчас мы увидим вживую тоже. Публика так, сцена здесь. Поднимается и в середине образуется сцена. В других ситуациях такие же стулы ставятся сюда, играть нужно в другом интерьере. В этих ситуациях опускаются все площадки, и можно играть на целиком такой плоской площадке. Играть с этой стороны. Тогда, конечно, трансформер – это суть этой площадки, которая дает возможность любому коллективу выбрать для себя необходимый интерьер и необходимый сценический пространство. Оборудование было закуплено и смонтировано за счет выделения из областного бюджета этому государственному учреждению культуры 35 миллионов рублей. Проект технически сложный. Кроме сцены трансформера, на зрителя будут работать сложные системы света, своеобразная и качественная акустика зала, современная аудиоаппаратура и многое другое. И, конечно, немаловажен вопрос безопасности зрителей. Его тоже не позабыл затронуть Андрей Бочаров. Здесь все у нас оно сертифицировано, да, полностью мы все получили все пожарные, да, все пропитки и так далее. Здесь, ну, абсолютно все по современным технологиям. Затем Андрей Бочаров и сопровождавшие его лица перешли в зрительный зал, рассчитанный на 50-70 человек и стилизованный под Сталинградскую битву. Там их ждали актеры Нета, аплодисментами встретившие гостей, вышедших на сцену. Насколько нужен такой объект? Наверное, никому сомневаться надо. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь проходила творческая работа молодежи. Нас на самом деле очень интересует, чтобы жители Волгоградской области развивались всесторонне, и для этого вопросы культуры, наверное, одни из основных. Мы стараемся, исходя из сил возможностей, помогать культуре. Сдача такого объекта, я понимаю, что хорошего объекта, по крайней мере, с моей точки зрения, насколько он будет творчески востребован, я точно я сказал, будет полностью востребован, я правильно понимаю? С точки зрения строительственных работ, я понял, что они практически выполнены в полном объеме. Итак, молодежные творческие коллективы региона имеют возможность ставить свои спектакли на сцене этого театра, который распахнет свои двери в сентябре текущего года. Благодаря созданию такой сцены, Волгоградская область впервые получила возможность проводить крупномасштабные творческие проекты российского и международного уровней. Например, фестивали экспериментальных театров, различные конкурсы, смотры и форумы, предполагающие необычные презентации.